Для мужчины главное понимать, что ты его любишь и что ты ему верна. Что ты с ним не из-за бабок и не кинешь его, если они закончатся. Что он для тебя не какой-то перевалочный пункт, и ты находишься в поисках лучшего варианта, а что ты просто выбрала его и закрыла для себя тему отношений. Вот тогда он может спокойно жить, спокойно работать, делать свои дела и не думать о том, с кем там ты переписываешься, чем ты там занята. В отношениях должно быть спокойно. В отношениях нужно отдыхать, а не сидеть, как на пороховой бочке.